Всем привет! Сегодня на ВДНХ купил вот два таких рубящих меча. Называется это Дао. Что хочу сказать. Значит, данный меч состоит из ручки, которая крепится гаечкой, гарды небольшой и гибкого окончания, которое шумит на ветру. Ну, многих это как бы стимулирует к работе. Меч такой стоит на ВДНХ всего 700 рублей. Значит, цена соответствует качеству. Я уже как бы это не первый меч, который покупаю. Если у кого-то аппетит посерьезнее, то есть можно купить аналогичные изделия по $100. Там металл будет получше, ну и оформление. Данным изделием доволен. Рекомендую. Сломается – не жалко. Потеряли – не жалко. Купили новый. Все, пока.